Обновление 13.2 вышло вчера в 22.00 по МСК. В этом обновлении добавили пулемет капитану МОК. Пулемет получился достаточно имбовым. Найти его можно у компа в оружейке. Также его можно получить в машине, прокачав М-ку на файн. Обвесы. Прицелов 5 штук. Снайперский, ПНВ, голографический, с точкой и мушка. Два приклада, два магазина. Два яйца и яйцо. Можно поставить рукоятку, лазер и фонарик. Стволов 5 штук. Вот дамаг по SCP объектам. Самым слабым оказался чумной, его можно сбрить за одну обойму. А самым сильным оказалась печенька, что неудивительно. Вот дамаг по людям с разных магазинов. Я не вижу смысла ставить одно яйцо, ибо разница всего в одну пулю. Да и скорострел у этой пушки такой, что эту пульку вы даже не заметите. Насчет билда, лучше ставьте вот такой, как у меня. Два яйца, ПНВ прицел, рукоятка или лазер по желанию, дуло на минус отдачу, улучшенный приклад. Но также, если вам важна мобильность в бою, то тогда не ставьте улучшенный приклад, тогда оставьте его дефолтным. И вместо двух яиц ставьте одно, ибо там перезарядка сокращается в дважды. Ну и на этом видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь и пока.